Конкурс по выбору концессионера на строительство нового моста через реку Чусовую состоялся, однако какая компания стала победителем, министр транспорта края называть телеканалу отказался. Согласно протоколу, опубликованному на сайте госзакупок, комиссия признала победителем заявку пермской концессионной компании. Ее учредителями являются структуры из группы ВТБ. Также на рассмотрение была представлена заявка региональной инфраструктурной компании. В рамках концессионного соглашения победитель конкурса должен будет построить новый мост через Чусовую, параллельный старому сооружению. Реконструировать смежные участки дорог, в том числе часть восточного обхода. Затем объект остается на содержании концессионера на 15 лет. Право собственности на объект соглашения остается за краем. Думаю, что стройка начнется в 2017 году активная. Это объект, который давно ждут пермяки, жители Пермского края. Очень важный для дорожной сети всего Пермского края. Победитель торгов предложил капитальный грант в размере 11 миллиардов рублей. Оплата концедента в период эксплуатации составит почти 500 000 000 рублей. Концессионер по условиям соглашения обязуется вложить в строительство и реконструкцию объектов не менее 25% от общей стоимости проекта с учетом капитального гранта. Проезд по новому мосту будет платным. Это обязательное условие привлечения внебюджетных инвестиций.